Продолжим нашу экскурсию по улице Киевской за мостом. Вот это у нас начинается здесь дом номер 139 на этой стороне, который я снял в предыдущем видео. Вот он так, общие черты, покажу его. Вот. А на той стороне у нас дом номер... Вот посмотрим, где там просвечивается там ниже. 122-124. Это дом, в котором находилась одна из советских комендатур в 45-м году и в 46-м. Дом имеет небольшое историческое значение для нашей истории. Тоже симпатичные достаточно такие барельефы. Но дом в целом разбит по внешней части фасада. Внутри, может быть, он красивый. Внутри, может быть, отремонтировали. Трудно сказать. Получается, как такой арабский вариант. Вот, когда внешне дом выглядит достаточно невзрачно. Вот, а внутри он там набит коврами, алмазами и прочими предметами восточной роскоши. Вот, ну, я думаю, что многие дома в Калининграде сейчас вот такой вид примерно имеют, когда люди состоятельные покупают себе отдельный домик, там внутри все отделывают, это намного дешевле, чем строить новый дом. Вот. А внешний дом может выглядеть не очень, может быть, презентабельно. Ну, дом тоже симпатичный. Вот так, когда я здесь жил постоянно в Калининграде, я на эти дома внимания по большому счету не обращал. Вот. А вот когда занялся более плотно фотографии, видео, то, в общем-то, стал понимать, что город-то действительно более красивый, нежели чем мне казалось здесь. Ну, вот так вот не приедается, не привыкается. Все зависит все-таки от того, как смотреть на предмет. Вот это еще один из этих вот этих трех домов. Вот он такой, ну, тоже дом. Фасад его запущен совершенно, шарпанный. Вот, но видно, что по окнам, что произведен какой-то номинальный, что ли, евроремонт внутри домов. Это у нас дом номер, сейчас посмотрим, дом номер 141-145, ну, трехподъездный дом. Опять же, вот этот вот, как бы, центральный, как бы, подъезд, но он явно не функционирует. Ступеньки раздолбанные и навечно закрытая дверь. Печально, конечно, все это. Собственно говоря, это, наверное, не такие уже большие средства нужны, чтобы восстановить фасад. Ну, трудно мне об этом судить. Я не специалист в области строительства, реставрации и прочих подобных моментов. Вот он. Несколько, так сказать, страшновато выглядит. Вот. Ну, хоть окна выглядят более-менее поприличнее сейчас. А вот это вот старые окна, незаделанные, страшненькие, еще немецкие, видимо, с немецкими рамами. Двор внутренний. Вот, сейчас подойдем к этому дому, в котором была эта комендатура. Поближе, там висит памятная доска. А вот эти вот дома выглядывают новые. Там их строили, но больше уже не строят. Вот. Под надписью кафе. Закусочная, кстати, не работает закусочная. Заходи. Называется. Где тут надпись? Плохо видно. А, заходи. Здесь написано выпивай. Ну, тоже это наш стиль. Вот эта памятная доска. В этом доме в 45-46
90-х годах размещалась военная комендатура номер 5 города Кёнигсберга. Вот, вот этот дом, кстати, ну, он точно такой, как вот эти вот три дома, про которых я говорил, вот, по своей архитектуре. Ну, почти такой же. Вот он здесь, этот дом. А здесь дом с таким куполообразным, центральным или треугольнообразным. Ну, опять, не знаю, крыша такая треугольная посередине дома. Как это называется, трудно сказать. Это номер 126, номер 130. Опять же, моя видеосъемка, она такая местническая, что ли, очень. А она больше всего интересует, наверное, больше любителей старины. И, собственно говоря, она рассчитана на то, что когда-нибудь этот район изменится, но вот эти вот видеокадры останутся. Где они там будут, может быть, уже для меня будет неважно, но тем не менее. Материал, так сказать, есть живой. Вот сейчас еще раз заснимем этот дом. Снега без. Ой, что там пытались там заделывать дыры какие-то там, латать, замазывать цементом. Вот теперь пройдемся возле этого дома. Это у нас дом 141. 147, 151. Тут насосы, отопление, водоснабжение, ну, магазин соответствующих приборов домашнего быта какого-то. Движение тут несколько увеличилось, потому что Калининград строится, и на окраинах появляется все больше и больше различных домов, районов, также небольших предприятий. Поэтому тут движение при советской власти оно было не таким напряженным. Тут вообще один трамвай там раз в час проходил, тут ходил трамвай двойка. Вот, сейчас этот дом я засниму со стороны. Тут перейду на ту сторону. Ну вот он, дом этот не очень красивый. А вот там вот третий дом уже. Ну, на третий дом мы сейчас сделаем. На третий дом мы сделаем третье видео. Вот, чтобы ролики не получались очень длинными.